Всем привет, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Мелбет, первая лига, и мы с вами отправляемся в Махачкалу на этот очень хорошо нам знакомый стадион, который, к сожалению, сегодня далек от своего аншлага. Хотя в этом сезоне лучшие лиги мира с посещаемостью в Дагестане все очень-очень хорошо. Все потому, что махачкалинская «Динамо», которая сегодня принимает московская «Торпедо» на своем поле, махачкалинская «Динамо» лидирует. Ждем ЦСКА Константина Аверьянова. Не торопится. Да, поехали. Поехали. Махачкалинская «Динамо» против московского «Торпедо». Давид Волк в воротах у махачкалинцев. 27 номер. Навес. Хороший навес. И как же здесь все близко было. Махачкалинцы сейчас пытаются докричаться до рефери. Считают, что было нарушение правил. Но какая атака-то опасная получилась. Навес. Навес. А удар будет, и еще один удар. Вот это было очень-очень опасно. И немного не хватает Сергею Бородину как раз точности. Абдуллахи и Кесентуру признали лучшими игроками чемпионата. То есть не кого-то одного, а вот эту парочку. Ой, как разыграли, здорово. Забить можно, но хорош Бабурин. В ближнем бою и острый угол был. Это Кагермазов пытался найти партнера вот этим пасом. А здесь мяч срезается с ноги. И тут срезка. И какой дальний удар в исполнении Абдуллахи. Осталось только попасть по воротам. Торпедовцы разыгрывают. Горбунов. Еще на высокая передача. И вновь. А вновь мы видим, как Бородин здорово здесь до мяча дотягивается, но пока не получается точно пробить. Манелов рвется по флангу. Немножко закопался. Шамкин. Навес. Удар. И рикошет. И Волк как спасает свою команду. А добивание есть. И «Торпедо» выходит вперед. Стефанович. Эмоции такие, что чуть меня не свалило. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь мяч выбивается. В опорной зоне нет никого. Удар. Рикошет. Давид Волк реагирует здорово. А вот защитники ему не помогают. Здесь тоже не получается. И хорошая, может быть, атака получится сейчас. Червяков. Красиво обыграл. И 2-0. Контратаки. Контратаки «Торпедо» работают. Как спокойно-то забил. Ну и вот и реакция тренерской скамейки. Там и Горлов, там и Рязанцев. «Торпедовцы» забивают второй гол. Красиво, красиво. Здесь Руслан Червяков разобрался. Ну как-то все очень просто. Как-то все очень просто. И Сундуков борьбу здесь проиграл. «Торпедо» с мячом. И в этот момент звучит финальный свисток. 2-0. С таким результатом «Торпедовцы» побеждают и уходят на зимнюю паузу в хорошем настроении. Да, до премьер-лиги еще очень-очень далеко, но сегодня важнейшая победа для команды Горлова. Спасибо большое вам за внимание. Следим за «Мелбет» первой лигой на наших каналах. Счастливо!